Сотни прихожан, насельники Николо-Берлюковского монастыря в деревне Авдотино Богородского городского округа и духовенство торжественно встречают правящего архиерея Московской епархии митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия. Визит владыки в святую обитель не первый, однако сегодня повод особенный. Он приехал не только поздравить с праздником преображения Господня, но и совершить великое освящение храмов монастыря. Этот день подытоживает огромный период жизни, когда мы начали восстанавливать этот монастырь 15 лет назад. И сегодня освящаются два главных храма нашего монастыря. Это, конечно, радостные, торжественные, великие события. Николо-Берлюковский монастырь насчитывает 400-летнюю историю. В разные годы пустынь переживала расцвет и запустение, величие и забвение. В XIX веке была прославлена явлением чудотворной иконы Лобзания Иисуса Христа Иудою, на поклонение к которой съезжались тысячи паломников-богомольцев со всей России. В XX веке после революции 17 года, как и практически все монастыри страны, была закрыта, разграблена, осквернена. В советские годы в стенах расположилась психиатрическая больница. Возрождение монастыря началось в 2004 году, когда здание и территорию начали поэтапно возвращать Русской Православной Церкви. В 2004 году мы начали служить в цокольном храме Архангела Михаила, храма Христа Спасителя, потому что все остальные храмы были или закрыты для нас, для посещения, либо были осквернены и даже крыши не было. А дальше храм Христа Спасителя восстановили, потом Троицкий собор после выселения больницы полного. Храм Христа Спасителя и собор Святой Троицы – главные святыни монастыря. Здесь когда-то хранилась чудотворная икона с изображением евангельского отрывка о предательстве Господа Иудою. Храм Христа Спасителя специально был построен для нее в 1847 году. Богоборческое лихолетие, в святынях размещались мастерские склады. Сегодня богослужебные здания полностью восстановлены. Они уже были освящены малым священническим чином, и литургии в них проводились. Однако для того, чтобы после осквернения и капитального ремонта храмы могли стать вместилищем особой благодати, требовалось великое освящение архиереем. В совершении чинопоследования обновления храмов приняли участие сразу три епископа. Митрополиту Крутицкому и Коломенскому ювеналию помогали епископ Луховицкий Петр и епископ Серпуховской Роман. «Возьмитесь, врата вечная, и вниде царь славы!» Разделить праздник вместе с братьями и прихожанами приехали гости и паломники. Для многих людей со всех уголков нашей страны Николо-Берлюковская пустынь стала местом духовного утешения, нравственного возрождения и маяком на пути спасения души. Мы почти родной дом. Несколько лет назад митрополит Ювеналий обратился ко мне. Мы приехали посмотреть, что здесь творилось. Ужас какой-то. Я написал письмо Сергею Семеновичу Собянину. Он поддержал. Освободили это место. Затем подключилось Министерство культуры. Выделены были большие средства, почти 2 миллиарда рублей. И вот восстановили это чудо настоящее. Сросся с ней, потому что, переступив порог обители 16 лет назад, с тех пор не выхожу отсюда. Эта обитель находится рядом с Щелково, и многие прихожане наших храмов посещают. Всегда здесь находят тепло, понимание и облегчение, и получают благодать Божию. Этот храм один из самых красивейших, которых я видел. Человек идет молиться, он должен видеть то, что он никогда не видел. Мы слышим колокольный звон. Что может быть глубже человеческого понимания? После освящения храмов и божественной литургии митрополит Крутицкий Коломенский ювеналий вручил людям, потрудившимся в деле восстановления храмов, высокие церковные награды. Настоятель монастыря игумен Евмений был отмечен орденом преподобного Серафима Саровского третьей степени. Освящение храма Христа Спасителя и собора Святой Троицы стало для Николо-Берлюковской пустыни эпохальным событием. Однако работы по украшению святой обители на этом не заканчиваются. Братьям монастыря еще предстоит восстановить и вернуть былое великолепие храмам всех святых и Василия Великого на территории монастыря, которые также были закрыты в советские годы и пока еще ждут своего часа. Сергей Максимов, Галина Холодцова, телерадиокомпания «Щелково».